Добрый вечер. Добрый вечер. Помолимся. Господи, благослови наше занятие, прибудь с нами. Сохрани нас в единомыслии, любви друг к другу. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, ну а мы продолжаем разбор ответов на вопросы отца Максима Козлова. И такие же ответы во свете Библии Игнатия Тихоновича Лапкина. Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 1674. Сегодня некоторые церковные люди, в том числе и священнослужители, призывают сделать богослужение более понятным, то есть вести его на современном русском языке. В этом есть насущная необходимость? Ответ. Делать что-нибудь сложное понятным без недопустимого упрощения очень трудно. Ну, говорят, что этот вопрос вроде читали, как бы похожие читали, разбирали, но этот вопрос не читали. Они похожие, повторяются просто. Приведу такую аналогию. Рождественская открытка, изображающая елку, ангела, житийно подобно и изящно выписанного, умилительный снежок под луной, благодушных животных, склонившихся над яслями, может вызвать сентиментальное чувство у человека, который о Рождестве Христовом почти ничего не знает. Но она никогда не заменит православной канонической иконы Рождества, в которой столько уровней смысла и красоты одновременно, что она превосходит эту картинку неизмеримо. Или, скажем, Троица преподобного Андрея Рублева и какая-нибудь протестантская открытка «Христос любит тебя, друг», с изображением руки или всецело улыбающегося господина, который сообщает нам эту радостную весть. С точки зрения духовного уровня, они даже несоотносимы между собой. То же касается языка. Бывают такие произведения светской литературы, когда перевод может лишь отчасти передать подлинник. И не с каждого языка возможен адекватный перевод на другой язык. Но церковь признала церковнославянский язык наиболее близким и выразительно, и духовно наиболее адекватным древнегреческому и древнееврейскому языкам, которые лежат в основе богослужебных православных текстов.
Что же касается непонятности церковно-славянского языка, то это тоже в значительной мере надумано. Мы же не говорим, что нам непонятен пророк Пушкина или стихотворение Державина или другие произведения отечественной словесности 18-19 столетий. Греки, как читали античных классиков на древнегреческом языке, так и читают поныне. Хотя новогреческий язык даже дальше ушел от своей основы, чем русский от церковнославянского. Конечно, если Господь пошлет людей с духовным талантом, зрелостью и святостью, подобных равноапостольным святителям Кириллу и Мефодию, которые смогут осуществить этот подвиг воцерковления русского языка в такой же мере, в какой был воцерковлен язык церковнославянский, то можно будет этому только радоваться. Но где сегодня могут быть такие люди, я, честно говоря, себе не представляю. Так, ну, тему эту уже разбирали, я не знаю, стоит ли нам повторяться, но прочитаем ответ Игнатия Тихоновича, или кто-то вот в связи с ответом отца Максима Козлова может что-то еще добавить к сказанному во свете ответа отца Максима. Согласны с тем, что он говорит? Филиппийцам 2.5, Наталья говорит. Так, сейчас я Максима Некрутенко подключу. Так, Филиппийцам 2.5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так, что-то тут. Там священник говорит о сентиментальности, а это неправильно. Нет. Так. Наталья говорит, там священник говорит о сентиментальности, а это неправильно. Так, ну микрофон-то есть, Наталья, поясни, или не можешь говорить. Там священник говорит то, что новогодние елки, выставка на Рождество, да? То есть это кому-то может не понравиться или задеть его сентиментальность. То есть он не говорит о Слове Божьем, то, что сентиментальность что-то задеть или сказать по Слову Божьему, то это его не интересует, чтобы человеку привести к Богу, а не к новогодней елке и разным там украшениям. Да еще и не на непонятном языке литургии, тем более чтение Евангелия. А тем более у ребенка будут такие всегда надежды. Я помню, когда первый раз пришла в церковь, мне было еще 14 лет, и мне хотелось, чтобы мне на Рождество тоже подарили подарки. Там всем детям раздали, а нам не дали, а мы первый раз пришли. Но, правда, проповеди никакой не было, только подарки, новогодние елки и украшения. И на непонятном языке там было чтение Евангелия, ничего священник не объяснял. Ну вот, Наталья, вот... Отец Максим сравнивает церковно-славянский язык с Андреем Рублевым, так скажем, ассоциирует, вернее, не сравнивает, ассоциирует. То есть, а современный
русский язык, это какая-нибудь протестантская открытка «Христос любит тебя, друг». То есть такое пренебрежительное такое вот у него. Вот. И вот они, духовный уровень, то есть они не соотнесимы друг с другой. Ну вот, насчет картинок там как бы можно поспорить, но вот насчет баптистских песнопений протестантских, они такие простые, понятные, как бы на современном русском языке. Вот, может быть, с этими нужно было песнопениями сравнивать. Это как-то он так пренебрежительно к русскому языку, и а непонятный церковный славянский язык, это вот он более близкий, выразительно, духовно, наиболее адекватный древнегреческому. Что-то вот как-то я тоже не согласен здесь. Древнегреческий, если будут читать даже греки, они сами не понимают. Поэтому и в церкви ходят раздетые без головного убора, в шортах. Вот она на понятном языке литургии. Ну вот я недавно тоже в рулетке с мусульманином разговаривал. Говорю, вы молитесь на каком? На арабском. А ты понимаешь, что ты, говорит, молишься Богу на арабском? А что, говорю, он по-русски, ваш Бог не понимает? Он так обиделся на меня. Ну а что я такого спросил-то? Тоже, я говорю, да у нас такая же, говорю, это самое, но он тоже держится за непонятный. Ну что, читаем мы ответ Игнатия Тихоновича. Да, вот Наталья Сарамина, да, мусульмане читают суры на мусульманском. А что это за язык такой, мусульманский язык? На арабском, а не мусульманском. Ну, она говорит, ой, нет, ну, это да. Вот и у них такая же петрушка, почти как и у нас. Но у нас хоть, как бы, церковнославянский-то он близкий к русскому, а арабский-то он близкий к греческому. Ну вот поп говорит, что надо близко вот к греческому. Чем непонятнее, тем лучше. Он бы вообще ему дать возможность, он бы и на греческом бы читал бы все это. Лишь бы никто ничего не понимал. А еще есть интересное, в католической церкви по изгнанию бесов, тоже как у нас есть чтение чин, а они читают на латинском. Священники говорят, что бесы не изгоняются на других языках. То есть они литургию все перевели на понятный язык, а по изгнанию бесам читают по-латински. Да, интересно. Потому что если бесов начнут все изгонять, то и доход, наверное, прекратится, я так понимаю. Жертвовать не будут. А так какая-то тайна, ну вот, а почему на латинском-то, я не знаю. Интересно. Так, что еще здесь у нас? Ошиблась, так. Читаю. Наталья Саранюк. Смешно, как такой латыни уже нет, осталось только название лекарств. Как таковой латыни уже нет. Что, уже латинского языка нету? Врачи почему-то на латинском, они сейчас рецепты на латыни выписывают, тоже врачи, тоже ничего не понятно. Еще почерком таким зачем, спрашивается. Кто врачи есть? Вся медицина на латыни. Тоже зачем? Так, что-то меня опять выбило, что ли. Кто-нибудь скажите, меня слышно?
Все слышно, слышно. Слышно. Хорошо. Ты тогда тихонечко, а то пропал. Здесь он, Сергей Павлович, он здесь. Да я знаю, что здесь он с экрана как-то исчез. Ладно, читаем. Так, а экран видно, видно вам, да, слова? Угу. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Вернее, не комментарий, а ответ на тот же самый вопрос о церковно-славянском языке и во свете вот того, что сказала. Сказал отец Максим. Словоблудием занимаются попы. И нет в них ни любви к Богу, ни любви к народу. И они сегодня являются главным тормозом пробуждения России от литургического, летаргического кошмарного сна. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Слово «умом» Игнатий Тихонович дважды подчеркивает. И Неемия 8.8. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». 1 Коринфянам 14.19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Цитата. «Есть вещи крайне нужные, говорит святитель Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем большая часть из этих песнопений совсем непонятны. А это лишает церковные книги плода, который они могли бы производить, и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Ныне, завтра, надобно же к сему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит». Журнал «Душеполезное чтение», 1896 год, номер 10, страница 462. То есть это слова Феофана Затворника, я так понимаю. Напечатанные в журнале «Душеполезное чтение». Далее. «Противящиеся служению Богу на родной на родном, наверное, опечатка, понятном языке, есть лютейшие враги спасения, служители тьмы, они чужды Духу Святому, чужды радости Пятидесятницы, они хулят Духа Святого, и есть, как говорил о таких трехязыковых еретиках Кирилл Просветитель, волки черные, лютые». Ну что, круто. Стихотворение. «Я видел сон, наверное, неспроста. Передо мной большая гильотина.
И нужно распластаться за Христа, но я позорно медлю пред кончиной. Никто меня не тащит, не ведет, они стоят и смотрят отчужденно, и острый меч вовек не упадет, пока не будет головы склоненной. Молился я, и мне Господь помог, но так ломало, чуть не отвернулся, и все-таки я лег, и нож упал, и тут же я проснулся. Открыл глаза, увы, еще живу, спасен был там, зачем же пробудился? Я устоял во сне, а наяву. Дай Бог, чтоб этот сон когда-то сбылся. Иеромонах Роман. Желающие сказать, Виталий Калиников присоединился. Ну, уже все было говорено, переговорено. Одни слова, воз и ныне там. Что делать? Народ не любит попы. Церковно-славянский язык переводить, подвиг этот совершать никто не хочет, по словам отца Максима, в каком-то году было. Воз и ныне там. Пожалуйста, Игнат Тихонович. Вот тут в прошлый раз мы говорили, что у нас вот в двух общинах введено читать то, что написано в Библии, переведенный синодальный перевод 1876 года. А остальное не трогать. Понимаете, что дальше голову оторвут. Они никогда не пойдут. Но даже то, что мы сделали, они приезжают туда и помаленьку учатся. И ну скажу, допустим, сколько у нас в Алтайской митрополии, я не знаю, там 300-400 приходов. И ни в одном. А в России... Ну, в России вот так вот, чтобы никуда не отойти в сторону, я тоже не слышал и не знаю. Мы пошли самым простым, доступным путем. Библейского очень много считается. Иногда берут перевод Евангелия, Псалтыри, какие-то другие. Категорически не приемлю. Если найду даже перестановленные слова, уже в сторону. Сегодня спрашивает какая-то там наша знакомая, ей подарили Библию, новый всемирный перевод, то есть свидетели Иеговы, свидетели сторожевой башни. Что делать? Сжечь или оставить? Сжечь, конечно. Лучше не иметь ничего, нежели иметь ложное. Кажется, такое простое дело. На рассмотрение синода представлять перевод. А тут ничего не надо делать, представлять, потому что представлено, одобрено. Библии издаются на русском языке в синодальном переводе революционные, при советской власти, сегодня, зарубежной церкви, еретики, такие близкие к нам, как баптисты, пятидесятники, адвентисты, все пользуются синодальным переводом. Тут не надо ничего придумывать. Надо научиться пользоваться тем, что есть. Вот это небольшое, кажется, мы вступление сделали здесь. Но и оно сегодня не удается никому. Только попробуй где-то там слово заменить. Мы молились об этом. 3 года нас мурыжили, чтобы нигде об этом не говорили. А теперь мы свободно занимаемся. Приезжают к нам служить. И считают, у нас лежит на аналое Библия на русском языке, закованная, как, не знаю, там во что, за железные такие, батюшка заказал специально. И поэтому претензий никогда ниоткуда не может быть. Но остальное, это же не арабский язык. В животе, значит, жизнь. Надо маленечко кое-что знать. Ни раз, ни два просчитать. Дальше ни под каким видом не идти, иначе это будет отобрано. И будет поставлено как дурной урок. Вот только дай им
Говорится, палец по локоть отхватит, как нам говорили. А мы ничего не сделали, поэтому все предположения о нас, как мы пойдем, были по-другому поняты. Вот как здесь объединение. Об объединении речи не было с патриархией, а о признании канонического общения. Мы на это пошли, не согласны были ни на какое объединение. Поэтому вот мы на таком положении остались, и думаю, патриарх знал Алексей II, думаю, что и Кирилл знает. И, видимо, указание дано не трогать. Ну и правильно. Тем другие, которые отошли, другие 13 разных юрисдикций образовали, им это прямо показывать. Никуда не надо было уходить, стоять на месте. Признали друг друга, молимся вместе. Когда они при у нас служат, поминают патриарха Кирилла. Вот эта золотая середина, которую святые отцы говорят, ее очень трудно удержать. Но она именно такая, что примиряет всех враждующих. Вот все. Вопрос. Игнатий, последний день здесь, там завтра завезешь, не завез сегодня хлеб, и погрузку совершить, нас отправить. И что я показывал о голубях, заботу я насыпал, желательно, очень желательно, вас трое, один раз в три дня залезть и посмотреть. Много не насыпать, чтобы не пропало. И вот у меня не доедает почти до конца, но в ведре остается, все равно поедят. И воду заливать до краев. Труда тут никакого нет, и самим полезно это. Все. А кто вам дал разрешение вот на вести, читать Библию по-русски? А никто не дали. Мы просили официально бумагу. Нам было запрет. 3 года. А 3 года это запрет, это означает не говорить. И мы не говорили. Кто спрашивали, мы ничего не отвечали, просто отмолчались 3 года. И вот какое там 27 мая пришло, и мы стали, дальше уже никто нет, потому что мы выполнили то, что было как эпитимия поставленная. И они увидели, мы никуда не зашли, никакие переводы не подставляли. Только синодальные. Письменно. Кто запрещал? Никакого, кто разрешал? Никакого разрешения нам не давали, его нету. И они категорически отказывались дать. Ну, они по-своему решают, а мы по-своему. А потом сам Евтихий стал переводить на русский язык, там, заупокойное. Был он на занятиях у нас в техническом университете. Говорил даже слово, батюшка был. Вот Господь умудрил нас сделать понятным, ну, практически, что тут говорить-то. Осталось-то там где-то что-то считается, там половина Господи помилуй, да. Мы устояли и... Они от нас отстали. А всякие статьи писали, вот мы хотим, вот то другое, вплоть до того, что хлопнуть дверь и уйти. Никакими дверями мы не хлопали, ничего этого не было. Они все просчитались. То есть они брали, как обычно поступают в таких случаях люди. А мы шли путем смирения. Самое ненавидимое дьяволом качество. Писали до этого мы. В Тихию, писали в Синод митрополиту, и ответ пришел, все решает местный епископ. А он наложил эпитемию. И все кончилось. Мирно потом расстались. И когда сейчас приезжают, у нас на русском языке считают. Вот сейчас, вы видите, когда служба у нас шла, и все это считалось по-русски. Мало того, верую в единого Бога Отца, Духа Святаго, Господа Истинного. И должно быть так. И мы то самостоятельно не делали. Мы запросили епископа, они говорят, да кого-то все разрешено, 72-го года, равноспасительное. Но даже вот это, равноспасительное, известное. Но мы еще раз запросили, и такой ответ был. Ничего в этом нет, пожалуйста. Вот так. Мы пошли путем смирения. Это трудная тропа. На тропу войны не вышли. И все, наконец, затянулось, и как будто бы... У нас на каком языке? На церковно-славянском. Все библейское, если оно не поется, считается по-русски.
Я завещание оставляю. Никуда не дергайся. Сразу потеряем все. Перестанем быть им друзьями, объявят войну и задушат. А зачем с волками дружить? Понял, да? Сергей, ты понял, кто они-то? Они – это синод Русской Православной Церкви за рубежом. Понимаешь? Синод. Во главе с митрополитом Виталием тогда он был. Ну, потом Лавр его сменил. Сейчас Илларион. Во свете того, что читали выше Феофана Задворника, то есть они, Игнатий Тихонович называет, да, волки лютые, с которыми он дружит сегодня, я так понимаю, и боится, что эти волки лютые задушат. Ну, давайте лакмусовую бумажку спросим еще раз. Вот мы хотим по-русски. Они начнут нас душить. Мы тогда раз смирение включим. Хорошо, хорошо, мы будем как вот раньше. Или вы боитесь, что они отберут даже то, что вот мы сейчас имеем, и заставят нас на церковнославянском языке служить? Этого вы боитесь? Вот когда, чего боитесь? Когда или в Тихе сейчас нету. Сейчас Сергий, отношения с ними у вас хорошие, вы целуетесь, обнимаетесь. Как бы, может, он и разрешит. Ну, или такой вопрос просто глупо ему ставить, и чтобы не нарушить вот эти вот приятельские отношения, или что? Может, он тоже сам давно уже, как и Евтихий, за... Подождите, скакать. Подождите, остановитесь. Я вот почему-то так мыслю, на молитве проверяю. Вот когда говорят вот это лишь бы так показать браваду, действительно, фукнуть один раз, и дальше улететь, а ну, пускай. Человек совратился, а пускай. То есть... Вы заметьте, как вы молитесь. Я ничего больше вам не могу сказать. Когда вы молитесь, как произносите слова, какое внутри чувство. Если оно вам не подсказывает то, что мне подсказывает, значит, что-то не то. Мы это выстрадали. Как не просто далось. А я тогда дальше полезу. В первую очередь, мы сами себя оскорбили. Говорили, нам больше ничего не надо. А сами полезли дальше. Они остались правы, они теперь будут козырять этим. У вас рассуждения никакого нету. Такое оболваненное. Стучать, я тоже скажу. А да, я врежу один раз. Ну а дальше что? Вперед-то на прогляда. Да, нет. На полшага прогляда нету. Мы устояли, мы вернулись. И вернулись живые. Мы видели не раз такое дело, когда людям нужно было выходить из сурового плена. Как? Какие были условия? И что сделать? Город в блокаде. Израненные. Город сказал все-таки, что мы сдадимся, но позвольте нам вынести то, что наши руки вынесут. И вождь, который осаждал, он дал разрешение, пускай. И наши тоже солдаты погибают, и все. Кто что утащит? И утром процессия была такая, вышли женщины, и каждая несла на закорках раненого мужа. И когда тот, кто осаждал город, увидел это, он немедленно прекратил осаду и ушел. Вот как надо поступать разумно. Они все, которые были против, попятились. Мы это уже видим. Что они были неправы во всех пунктах. А теперь мы сами дадим им. Вы маленько думайте, что говорите-то. Хорохоритесь, говорится, волосы дыбом. Небитые. Или безразличные. А мы даже вперед смотреть, что после нас будет. Об этом даже разговора не вести. Вот деревянными мозгами стучим, главное, ничего не можем добиться. У нас понятно? Понятно. Пусть, если это такое простое дело, но на 20 тысяч приходов могли бы хотя бы где-то сделать, ввести только на русском языке библейское. Нигде. Не считаю, что с Кощетковым там есть. Нам это бровного движения не нужно. Нигде. У них по-русски Евангелие считали, он Валентина Сартисон, говорит, и сейчас нового священника дали вместо Артемия. Все запретил сразу. Вот как дело обстоит. Вы ничего не думаете. Такие вихрастые мальчишки, хулиганы. Тут все вымерено, ничего нельзя тронуть пальцем даже. Никуда. Я вам сказал, ответ один только, молитесь. А вот почему вы так настаиваете на этом? Апробировано на деле, показано. Тем более об этом речь шла. Другая будет община, пускай другое требует. Они не дали, дальше запретили. А ты что? А я буду. Запретили, значит, отлучат. А пускай. Ну, это явно дело, как у нас был Желтухин. Да к архиерею не согласен. Ну, пусть не согласен. И куда ушел? Вся семья в миру.
безбожный дух внутри буйствует и хорохорится. Сиди, пока не битый. Размажут по стенке, собирать нечего, соскабливать нечего будет. А к нам относятся они как к родным и своим близким, и пример ставят. Я даже, мне говорить-то это не нужно. Раз вы это не чувствуете, то ничего уже не поможет. Вам нужно смириться. Смириться. И остановиться на этом. Одно то, что нигде по сегодняшний день не разрешают читать даже Евангелие. Даже к народу повернуться лицом, и то нету. Вы маленько гляньте, что это за система. Это отношения у меня были с властью. Удалось сделать то, что никому в Советском Союзе. И отношения с властью сохранились. Поздравляют с праздником и прочее. Вот когда приезжал тут Дворкин, Александр Леонидович, там, обо мне кто-то вопрос задал в епархии, когда они собрали силовые структуры-то. Он сразу еретик там или псевдоправославный. А там майор говорит, КГБ встал и сказал, а мы Лапкина уважаем. У него камня за пазухой нету. И они сразу сели. Это все дурачество там называют, псевдо где-то, у них ничего нету, нету ничего. А у нас все время новое. И такое новое, что они рты разевают. Если такое простое дело, православную деревню создать, на 21 тысячу хотя бы одну создайте. Зарегистрируйте, чтобы школа работала. Немного. Так у нас все есть. Мы сегодня можем принять несколько тысяч человек, и все будет по закону. А власть против власти идут. А я буду делать. В эти шестеренки затянет уже не выйти. Мы прошли золотой серединой в основании этом. Так что сидите тихо. И молитесь. Пока вы 7 раз в день не молитесь, у вас другие мысли гуляют, не сходятся с моими. Все. Вопрос 1675. Не объясняется ли такая нетерпимость к инакомыслящим тем, что церковь боится потерять своих прихожан? Ответ отца Максима Козлова. Конечно, боится. Боится того, что тот или иной человек, как одна овца из стада в евангельской притче, может уйти на страну далече, подобно блудному сыну. И не потому, что он станет носить свой отечественный рубль или даже зарубежный доллар в иную копилку, а потому, что цена такого ухода – это цена гибели человеческой души. И если у меня отрезают палец, мне больно. Ведь когда больно моей матери, моей жене, моим детям, то тяжело моему сердцу. Точно так же, если я вижу, что мутится разум, не спадает жизнь, повращается вера моего собрата или моей сестры, это скорбь и для меня, как православного человека, и для всей церкви. И от этого тоже никуда не деться ни нам, ни тем, кто
кто церковь критикует. Желающие порассуждать на эту тему, пожалуйста. Нет никого? Ну, во-первых, мне кажется, здесь ошибка заключается в том, что он говорит о блудном сыне. То есть то, что сын блудный, ты был сыном, и потом ушел. И овечка-то, она была из стада. А часто-то как раз-таки человек еще и не в стаде. Они боятся их потерять. И вот там правила не соблюдаются, каноны не соблюдаются, чтобы вот не потерять тех людей, которые и стадом-то никогда не будут, на самом не собираются быть. Ну, которые хотят какие-то свои цели там. Просто зайти в церковь там для спокойствия души. Это, мне кажется, тут его пример вообще не относится к делу. Да, справедливое замечание. Блудный сын-то он не инакомыслящий, он просто отступник, как бы, от веры, что ли. Это... Еще, пожалуйста. Давайте порассуждаем. Если кто-то отходит вот в таком виде, то мне кажется, это больше здесь относятся слова, что они не были наши. А не то, что они были наши, они там, церковь из-за этого страдает. Они и не были наши. Сюда вот такие слова отнесутся. Так, я на пару минут сейчас отойду. Продолжайте. Ну вот, он говорит, если у меня отрезают палец, мне больно. Ну вот, видимо, вот этот мир, он считает своим телом. И поэтому больно, когда какой-то мирской пришел, что-то не понял, ушел. Ему больно, потому что это его тело. Нет, он подводит, чтобы было понятно, чтобы прочувствовали это. То есть отрезать палец больно, потом за семью больно сердце. Понимаешь? Вот в чем. Ну так вот, все правильно. Я об этом говорю, собственно, что оно палец-то свой. А те, кто приходят к инакомыслящим, они что, свои, что ли? Ну, поверь, Ватело, этот любой человек может упасть. Любой. Наш, не наш, свой, не свой, истинный. Это духовная война. И очень можно бах оступиться. Но здесь речь-то не об оступившихся, а инакомыслящих. Но теперь же мы возвращаемся к сыну, что он, да, плюнул и ушел. Понимаешь? Туда да. То есть сознательно, так сказать, оставил. Понимаешь? Это, я тебе говорю, у меня был такой разговор с адвокатом нашим, ну да, православный. Я говорю, так и так, чтобы это, он сразу раз, да как, Сергей, я говорю, как, говорю, ну вы же адвокат, ну можете это помочь? Да как? Да, говорю, легко, просто легко. И привожу пример. Вот едет даже священник за рулем, бах! И сбил человека. И все. Он виновен. Почему? Потому что этот за рулем всегда водитель не прав. Вот это жизнь. Ну. Нет, ну здесь как бы точно надо. Тут все-таки говорится о других людях. Вот, к примеру, как в храме, да, заходит человек и говорят, ну, типа, ну, не будем на него накладывать ничего.
там, рассказывать про порядок, потому что иначе он уйдет. Конечно, этого нельзя делать. Это мы, то есть я борюсь, а всю жизнь борюсь. Особенно тогда с бабулечками, там, ну это вообще караул. Такие священники, то есть запрещают им это, а, ну, ну слава тебе, Господи, пока вроде бы нормально. Ну так и в итоге-то что имеется? В итоге стоит церковь, литургия идет верных, а среди верных все неверные. Ничего, то есть практически. А что как ты, тогда разделение что, верных что, на неверных? Ну подожди, брат, я что-то не понял. Что ты говоришь, идет служба и... Ну ты да, говоришь... конечно. Я говорю, идет служба, заходит в короткие юбки девушка, к примеру. Или без платка, или ну, еще какие-то там нарушения. Она заходит, вот, или вот там... это ж это, но вот это ж девушка или этот зашел, она ж не к тебе зашла. Вот представь, делает ей замечание, она что там, то сумасшедшие, вышла и пошла. И а ты уверена, зайдет она больше потом или нет? Сергей, вы не правы, потому что Дом Божий входит на литургии верные, те, которые приняли крещение. Сначала нужна катехизация, а потом... Правильно, правильно. Мы верно. А брат говорит, вот зашла девушка. Ну, вот у нас центральный собор, да, и это, да, и заходят, ну, так сказать, это, службы, то есть церковные люди, они заметно. Конечно, церковный не придет, ни без платка не вьют. А вот так зайдет это, даже посмотреть, да, просто зайти посмотреть. И вот тут-то сразу там оба тра-та-та-та-та, ну, эти бабулечки, да что ты зашла в юбку? Она знать не знает, что там надо заходить, да? Вот такое этот. И что? И потом, ну я не помню, где читала, а потом это сказала, говорит, а вы уверены, что она потом еще раз зайдет? А зачем быть уверенным-то в этом? Я просто понять не могу. Вы же сами говорите, она не ко мне вот пришла. Этими движениями, мы вот этими своими действиями можем оттолкнуть их. Вот, например, вчера даже это задавали, ну там сектанты, да. Сергей, а что у вас это, всегда надо стоять? Я говорю, да. Ну и тут это, значит, да, вот, я говорю, нет. Есть лавочки, кто слабый, это есть, это присесть. Она опять так, а ну, говорю, нет, а, тише. Она так что, потому что ты начинаешь на православии молчать, нет, все нормально. Но мне сказали, ну так и все, сказали, говорю, это неправда, это ложь. Понимаешь, вот так со стороны. И вот так же эти, да. Ну, например, со мной было, да, праздник был, когда раз заходит в шорт. Да. Сергей спрашивает, вы слепой, как вы видите платки, что женщина без платков заходит? А, да нет, я же слышу. Это я просто пел в хоре, а потом перестал петь и стою возле дверей под клиросом и пою. Ну и точно слышу, что тут возле дверей все происходит, да. Ну там и лавочки, и это, все происходит, да. Да, это, ну я же говорю, за мной было, да, зашел только в шортах. Ну это жена священника. Еще и говорят про эти шорты и платки, получается, что не только безобразно в храм приходят в таком непотребном виде, еще и разговаривают, что вы слышите об этом. Так, мал, не, ну это, я даже его поправил, он даже это, а что такое, да тут еще, говорю, смеешься. Ну она говорит, что ты, говорит, в трюсах пришел, ну она правильно сказала, я говорю, иди сюда, забрал, он, даже, да, говорю, ну ты что, смеешься, я говорю, это же не пляж. Он даже этого не знал, он это даже не знал. А там еще депутаты лезли, я говорю, да ты что, смеешься, это же, говорю, храм. Боже, да. Язык. Но... Да, а он даже не знал, то есть уже до тридцатки ему, а он даже не знал. Нет, хватит, все. Ага, да, все, давайте, аминь. Правильно. Можно отвечу? Я тоже согласна с Сергеем. Вот заходят первые люди, их надо встретить вот так в сектантах. Они встречают с улыбкой, потом они уже объясняют все как надо. А здесь тоже действительно вот бабушки такие есть, которые налетают. Служба идет, служба. Я на себе испытала такое. Хорошо, что здесь... я вот пришла это с верой. И я не обратила внимания на то, что она так ко мне придирается. А многие же обижаются, думают, о, какая злая эта Вера. Так служба идет. Все-таки не надо, надо все-таки разницу видеть между
К сектантам мы когда приходим? Когда приходят? Ну, у них там собрание какое-то или еще что-то. Ну, понятное дело, что когда какое-то собрание, никто никого не оттолкнет. Но когда идет божественная литургия, служба, то мы должны заботиться не о том, как оттолкнем, а о том, как Бога не оттолкнуть, чтобы не запустить, не, допустим, неверных туда, чтобы кто мешал службе. На литургии мы должны молиться и не обращать. Кто заходит, кто выходит. Ну, хорошо. Нет, человек Россия. Придет, и он навяжет, он начнет разговаривать около. И что ты будешь молиться? Ну, молиться тогда можно. Внимание на торгующих в храме. Ох, как обратил внимание. Христос, а мы христиане. Как так? Мы не должны обращать внимание, кто там ходит. Ну, пусть все раз зашли. Я с Сергеем Чепелевым тоже не согласна. Я с Сергеем Чепелевым тоже не согласна. Я когда была девчонкой, пришла первый раз в Дом Божий, мне бабушки тоже сказали. Я наоборот с почтением приняла это. И меня совсем это не смутило, их голос или как они говорят. Мне даже любопытно стало, а почему вот так, а почему так нужно? У меня появились вопросы. Это люди сентиментальные, которые не имеют вообще никакого отношения к церкви. У них веры никакой нет, у них все на сентиментальности. Мы их никак не оттолкнем, они уже оттолкнуты. Они пришли, ну, любопытствуют просто в этот храм. И они не за верой пришли. За верой надо приходить на катехизаторские курсы, обучаться вере. А это просто музей сделали из храма и дом торговли, как Христос заметил. Они в этот дом торговли зашли что-то купить. Гнать его надо метлой погано оттуда. Тут, может, эти так, бабушки эти так, они и служат этой вот. Христос выгнал и продающих, и покупающих. Сережа, можно слово сказать? Да хоть три. Я хотел сказать, что неправильный вход в церковь. Это вот постоянно Игнат Тихонович первый начал говорить, и он единственный пока об этом так вещает громогласно, другие никто не говорят. То есть, чтобы правильно входить в церковь, для начала нужно церковь закрыть на амбарный замок. И все, и ваши разговоры все прекратились сразу. Никому вообще нету, пусто, даже попов. И сначала всех крестить. Троекратным погружением в воду. Требники у всех отобрать, попов. Одного найти священника, который истинно крестил, хотя бы старообрядец был, троекратным погружением. И всех прокрестить как следует. Ну и курсы, вот то, что ты упомянул, это правильно. А так у вас конца и края не будет споров о том, как надо. Надо так, как написано в Слове Божьем, в Новом Завете. Ну и в Ветхом тоже, мы и оттуда можем взять. Как себя вели иудеи. Посмотрите, где мы читаем это? У Иисуса Навина, потом мы у Ездры читаем, как люди стояли и слушали Слово Божие. Они, не шелохнувшись, стояли, говорит, три дня, на них дождь лил, и они стояли и слушали. И потом к Слову прикладывали толкование. Это были мужчины, а женщины там тоже стояли рядом. Хотели знать, что же там они им потом перескажут, мужики-то. А сейчас женщины, они первую смуту наводят женщины. Вот эти бабки всякие, в алтарь лезут и так далее. Ну все. Ну, а вы, вот это, брат, а вот это ты, где ты живешь? Барнаул уже. Откуда, Сергей? Он Барнаул, община Игнатия Лапкина, Барнаульская община. Ну то есть Россия, да. А что, вот это у вас так со священниками плохо, да? У нас более, на Украине более лучше. А что, да, у вас там троекратным погружением крестят, что ли, везде? И можно я скажу? У Ткачева есть проповедь, он говорит, что пришла раскрашена вся это, в блестках и без платка, и на нее начали шикать, и кто-то сказал, перестаньте шикать, оставьте ее в покое. Вот она пришла в следующий раз, меньше крашена, потом еще меньше, и потом вообще в приличном виде стала приходить. Так что здесь уже Бог разбирается. Правильно, надо делами показывать. Не даже мне сказать, языком болтать, не мешки ворочить. Это мифы православные. Она не могла понять, что нужно помыть лицо и прийти в Дом Божий перед Богом? Или она перед кем приходит? Перед базаром? Мифы православной церкви. Не надо эти россказни пьяных старух слушать.
Я вот это за священник хочу, почему у нас даже есть священники, что-то живут, и, ну, как и, у него есть жена, но он с ней прожил, как и брат с сестрой. Если он, ну, нормально. Я тут не пойму, что вы такие злые, это на священники в России. При чем здесь это? Как Игнатий Тихонович говорит, вот когда такие вот ситуации, когда такие храмы у нас в Московском патриархате, где не исполняются, да, вот эти каноны наши, и, соответственно, беспорядки такие, я вот стою и плачу просто вот за этой, за стенкой или за столбом. То есть молюсь о вот этом нерадивом священнике, о нерадивых людях, об этих. Они потом меня спрашивают, а что ты там стоишь, что ты не ходишь? Я говорю, плачу, молюсь о вас, нерадивых, о батюшке нашем. Молодец, братик, спаси тебя, Господи, и дай Господь тебе силы. Молодец, аминь. Ну хорошо, что поплакал, раз поплакал, другой, а потом подойди и попутно расскажи все. Что там стоять только плакать-то? Ну хорошо, ты молодец, ты в истине находишься. Другим-то тоже надо говорить, только не в церкви, а за оградой. Попробуй поймать этого попа и рассказать ему все, что ты о нем думаешь по канонам церкви. И посмотри, что он тебе скажет. Этот поп давно уже извержен из сана, скорее всего. Раз он до таких, уже до такого довел человека верующего. Игорь, я тут, может, неправильно тебя понял. Ты сказал повесить амбарный замок и взять всех и прокрестить. А потом сказал, ну и курсы, конечно, это вот не без этого. Вот. Как прокрестить без курсов-то? Зачем? Ну, одно без другого никак не пройдет. Конечно, сначала же надо, чтобы люди зашли куда-то, и потом там с ними беседы проводить. Беседы евангельские, библейские. С прокрещенными? Ты имеешь в виду, что их сначала надо прокрестить, ты прямо слово высказал свое, прокрестить их, всех, как бы под одну гребенку их. Я правильно тебя понял? Ну, это как бы общее такое глобальное мое желание. А там кто как пойдет, может кто-то скажет, раз вы замок повесили, я не приду. Это я слышал такое, я стоял в Покровском соборе в Барнауле, в Никольском храме в Барнауле, в центре города. На себя взял там на час ответственность и не допускал вот с блестками в коротких юбках, в штанах женщин, без платков. Ну, выдержали они час, а потом вышли там и меня выгнали просто, и все, что ты тут распоряжаешься. А там надпись была на двери, что женщины без платков и в штанах не заходят. Ну, а короткие платья, само собой, я уж от себя добавил. Так что то, что рассказывает все это сказки, мифы какие-то. Никто и от блесок не откажется просто так. Это раз и навсегда нужно родиться свыше. Раз и навсегда. Вошел в воды Христовы и вышел уже орлом там или ты там ты коршуном, черным вороном, а вылетел белой голубкой. Вот по-другому никак. Если куришь, брось сразу курить. Если пьешь, брось сразу пить. Блудяга, брось блудить. Материшься, бросай сразу материться. Если сразу не бросил, значит ты неверующий еще. Вот все коротко и ясно должно быть. Фух. Устал. Ну, какое может быть оправдание сознательно согрешающему? Как он может назвать себя, допустим, верующим? Он будет говорить, ну я не могу. Ну вот если не может, получается, что неверующий, правильно? Потому что написано же, мы знаем, что рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, то есть он сам себя хранит, и лукавый не прикасается к нему. То есть он сам себя хранит, а если сам себя не хочет хранить, значит не рожден от Бога уже 100%. И вообще нету никакой веры получается.
Ну, как у него вера появится, если ему никто не объяснит? Он неверующий, приходит в храм. Если да, действительно пшикать сразу и не пускать обманный замок повесить, как он уверует? Или сказать, если там забор, замок висит, то должна быть тогда табличка со стрелочкой, катехизаторские курсы. Вход только для крещенных и прошедших катехизацию. Объявление повесить должно быть. А не так, что обманный замок повесить и все. И человек должен сам теперь догадаться, как ему уверовать. А кто его наставит? Курсы, курсы. Не, ну веровать можно вообще, в принципе, допустим, человек верует, но он не знает, к примеру, что грех платить за таинство. Ну, не знает он этого. И поэтому он этим согрешает. Но это неосознанный грех, то есть дело речь об осознанном грехе будет. Вот человек, если знает грех и грешит, вот это уже все неверующий. А если не знает и грешит, ну это может быть и верующий. Потому что, ну, не знает, его не научили, вот как точно вы говорите. Ты имеешь что платить за таинство, когда на исповедь идешь и ложишь деньги, да? Ну, и это то же самое, конечно. Ну, видишь, а у нас священники говорят, нельзя этого делать. Исповедь не покупается. Все правильно, ну. Я вот не знаю, конечно, вас хорошо, но могу так сказать, вот рождение свыше от вас еще далеко. Вы понимаете, что такое рождение свыше? Рассказываете о каких-то деньгах, о каких-то там покупках. О чем вы говорите-то? Мы здесь говорим о духовном, вы нам какие-то деньги суете. Ну так а кто говорит только, что написано, это деньги? Не перебивайте. Даром получили, даром давайте. Какие деньги? О чем вы говорите? Покаяние должно быть, это понятно все. И исповедь должна быть, но это после того, как Господь даст вам веры. Нет, я просто защищаю священников, если вы не поняли. Как можно защищать тех, кого никак нельзя защитить? Господь молился, Серафим Саровский, Господь сказал, не пощажу и не помилую. Не пощажу и не помилую. Он молился за епископов русских, стоял там на коленях день и ночь. И Серафим Саровский не смог даже одно предложение доброго вымолить. Так это те священники того времени царского. А эти кто такие? Сергей, которые предали все царя. Вот это же он из-за них молился, бо он знал, что предадут царя все. У нас бабки там на исповедь идут там со свечками, свечки ставят. Я говорю, а зачем вы ставите свечки-то? Где написано, что надо свечки ставить? Не знаю. Так нас научили с детства. Я говорю, не надо этого делать. Я говорю, читала закон Божий, там ни в одном месте не написано. Такой, да? Вот православные не знают своих законов даже. Апостолы обращались к священникам, говорят, кого нас больше, кому больше слушать, вас или Бога? Поэтому как можно защищать священников, если они против Бога говорят и делают? Слава Отцу и Святому Духу. Священник должен быть пастырем. Он должен водить овец своих. А для этого он должен быть говорящим священником по Евангелию, по Библии. А они, простое дело, даже не могут русский язык, ну, русский, понятный язык вести на своих богослужениях. Держатся за эту церковнославянщину, как за какую-то ману небесную. А нету там ничего уже, все уже ушло, и давным-давно, века назад. Они до сих пор прийти не могут. Как можно защитить их, когда уже Господь неоднократно поднимал на священников меч свой? Вы все кидаетесь, руки это только летят. Это называется переворот. Самое главное, что мозги отсушиваются, вот в чем дело. Потому что нету рождения свыше. Не надо никого защищать, как было, когда Валаама, Гедеон сверг идола, то пришли его убивать, а вот он идола нашего разрушил. И что отец сказал, а он был жрецом, он этого, отец Гедеона, он говорит, подождите, этот Валаам должен сам себя защитить был, он же великий бог.
Кого вы защищаете? Они должны, Бог их должен защитить. А этого нету. Почему? Да вы посмотрите, как они широко живут, на широкую ногу. О чем, что про священников говорят, как они себя ведут, посмотрите. Как к ним дойти можно? Как до депутата легче, чем до священника дойти с вопросом каким-то. И какие вопросы у вас? Вы послушайте, какие у вас вопросы. Сколько, посчитайте, кто из вас сколько духовных вопросов задал по Евангелию, по Библии, чтобы вам действительно показать Господу, что вы рожденные свыше. А у вас такие вопросы стыдно слушать. И не прочитали еще ничего. Игнат Тихонович, она все сколько духоносных вопросов задавали? 4000 с лишним. Вот сейчас мы одни из них проходим. Кто из вас такие вопросы задал? Мы еще пока только разбираем с вами. Никто почти не задавал их. Это говорит о том, что мало читаете Слово Божие и не исследуете. Нету занятий настоящих у вас. А нету общины, поэтому ничего нету. А у нас занятия идут постоянно. Даже несколько братьев с сестрами встретились, и у нас уже занятия идут. Кто-то там прочитал одно местописание, кто-то другое. Уже начинаются разговоры, искренние беседы во Христе. Не хватает общин, живых, настоящих общин. Вот, допустим, у нас в Барнауле община православная. Там где-то в Киеве там должна быть община, где-нибудь во Владимире там, или еще в каком-нибудь городе, там в Сиэтле пускай. Ну, должны быть общины, несколько человек искренно верующих, рожденных свыше, крещенных троекратным погружением в воду, не гнушающихся канонами никакими. 719 правил и канонов, и все нужно исполнить, все нужно любить, все нужно лелеять в душе своей. Ну, какие-то не исполняются, каются, стараться исполнить. Для этого священник должен быть, епископ, который бы мог благословлять все это. Такие сложные вопросы, так просто не отвечается. А вы о какой-то защите священников говорите. Они против вас. Они вас топчат, они вас попирают, как дикие кабаны. Об этом Библия говорит. А вы кого-то защищаете. Пускай сами себя защищают. Своими добрыми делами во Христе. Священникам нужно количество, а не качество прихожан. Чем больше, тем лучше. О качестве не заботятся. Это количество, это значит деньги, Сережа. Это сребролюбие. Вот и все. А корень всех зол сребролюбие. И поэтому машины отсюда, поэтому матушкам угождают и детишкам своим. Да, поэтому все в семью, каждую копеечку. А что людям? А людям каждое воскресенье на Ипачи написано 19-й, 6-й Вселенский собор, 19-е правило. На Ипачи в воскресенье, а так во все дни, нести Слово Божье до столкования написано. У кого есть, вон интернет у вас всех есть, откройте и почитайте, что написано о священниках. Это только одно правило. Вы прочитайте все каноны. У вас волосы зашевелятся везде, не только на голове. Желудок будет кричать, что это такое, есть не буду, пока попы не начнут каноны соблюдать. Кто живой остался после такого махания мечом? Все живы. Справедливые причем. Поехали дальше. Итак, еще раз вопрос повторю для Романа. Не объясняется ли такая нетерпимость к инакомыслящим тем, что церковь боится потерять своих прихожан? Ну и батюшка отвечает, конечно, боится.
Ну и мы так рассуждаем, что корень всех зол сребролюбие, и поэтому не боится, и прихожане нужны для прибытка. Но батюшка тут как бы вот что, вот все-таки душа скорбит у него, если он уходит в секту из-за того, что вот его инакомыслящие переманивают. Итак, Игнатий Тихонович пишет: «Вот так точно кручинились жадные и корыстолюбивые жады, когда гнали христиан. Они искали другие причины». Лука 16:14. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним, но не называли ту, что была главной. Так и нынешние служители патриархии и любой секты мертвой хваткой держатся за каждую душу, совращенную ими. Позорная старообрядческая проповедь «Переходите к нам» пропитывает и всех прочих, где Христос не на первом месте». Евангелие от Иоанна 9:22. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Евангелие от Матфея 23:15. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что обходите море и душу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». 1 Фессалоникийцам 2:15. «Которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». 2 Тимофею 3:8. «Как и Ани и Иамри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере». И стихотворение. «Знать не было от мира сотворения страшнее дня великого пятка, глумление твари, богоубиение, тоска в народе, в небесах тоска, померкло солнце, и бездушный камень под каждою стопой задрожал, но ты и пригвожденными руками от разрушения землю удержал. Ты Бог, тебе не невозможно это. В ответ на зло, на принятый позор, благословил крестом все части света и для объятий руки распростер. Так возлюбить до смерти. Боже, Боже! Кого, за что и кто вместил сие? Собор убийц любовь познать не может, и мертвого пронзает копье». Иеромонах Роман Матюшин. Следующий вопрос. Или еще порассуждаете на эту тему? Все сказано. Правильно заметили, корень всех зол сребролюбия, и поэтому из-за денег. Сережа, скорее всего, да. Можно я как бы подведу тут итог и тут то, что Козлов сказал, и Игнатий Тихонович? Ну, как бы так, что я думаю. Козлов говорит о том, что священники, видишь, они борются за душу каждого человека, и поэтому, конечно, им жалко, что люди уходят в секты. А Игнатий Тихонович говорит: да нет, не поэтому. Потому что сребролюбивы. Вы хотите, чтобы больше вам люди принесли. Вы вообще о людях не думаете. То есть совершенно два противоположных мнения. И, конечно, прав только Игнатий Тихонович, потому что он места Писания приводит. А здесь от себятина настоящая. Если войти в любой храм, то все скажут: ну почти, батюшка у нас добрый, милостивый, он там шоколадками детей кормит. А спроси их: а что сегодня было? Слово какое сегодня читалось? Проповедь какая говорилась? О чем?
Никто ничего не знает. Вот тебе и человеческая душа. И где он тут, заботящийся о гибели человеческой души? Такое впечатление, как тут вот сатана сидит, а здесь истина Христос. В ответе Игнатия Тихоновича. И вообще этот Максим Козлов, он был на соборе третьем всезарубежном. Это в 2003 году, который постановил вот это объединение зарубежной церкви и московского патриархата. Воссоединение, вернее, не объединение. Об объединении не было ни одного слова сказано. И он там присутствовал, от московской патриархии. Ну и чего добились? На 13 различных церквей раскололась зарубежная церковь. Вот чего добились. А московская патриархия воз и ныне там. Как были сергианцами, так и есть. Как святых не признали, которые были против Сергия и против советской власти, говорили слово, что это сатанинская власть пришла, так оно и все, и остались они никем не узнанные. Ну и о всем прочем. Ни в чем покаялись. Так. Вопросы к Игнатию Тихоновичу, может, у кого-то появились. Обычно у нас полчаса тут на это. Нет вопросов. У нас 10 минут остается. Игнатий Тихонович, может, какие-то есть у вас наставления? Подними повыше перед этим, которая концовка вопроса первого была, который ты медленно потом еще показал, дескать, считай, что написано. Поднимай выше, которые прошли. Ну, быстрее. Это вот концовка того вопроса. Так. Вот противящийся служению Богу на родном понятном языке. Еще ты понял, что кто противится-то? Ну вот это вот ваши слова, а вы кого имели в виду? Кто противится? Никто не противится, значит, никто не противится. Я, выходит, противлюсь. Ты о чем говоришь-то хоть? Поясни, непонятно вообще. О последнем абзаце речь-то идет. Противящиеся служению Богу на родном понятном языке. Все противятся. Все практически. И уже они есть лютейшие враги спасения. Ты-то наоборот, тебя можно прям хоть час, говорится, на божничку. Ты ж за русский язык ратуешь, чтоб все понимали. Ну тут золотая середина, и нам нужно смиряться, я смиряюсь. Ну а ратовать-то я могу, ратовать. Ратую, не ратую, а что я сделаю? Ничего я против лютых волков не сделаю. Овца. Ну вот пример можно показать, кто не враг и не лютей, не волк черный. Вот наш батюшка, он выходит прямо к нам, к народу. У него специально, он Евангелие взял, такое красивое, в таком золотом переплете этом металлическом. Все, и там на русском языке, специально Евангелие на русском языке, московской патриархии изготовленное. Для кого это изготовили? Как специально для нас. Кто еще говорит на русском языке? Вернее, читает. Батюшка читает нам весь по-русски. И Ветхий Завет, и Новый Завет. У нас там чтецы читают Ветхий Завет и Новый Завет, Деяния. И крестопение только у нас на церковно-славянском языке. Ну так там и так понятно, мы так радуемся. А после мы остаемся, мы песнопения поем на русском языке. Причем мы берем хорошие песнопения, проверяем их у баптистов.
И даже у свидетелей Иеговы были песнопения. Но у них не казистенькие такие, а у баптистов отличные. Они даже наши песнопения переводят на русский язык и поют. Смотришь, ох, вот так это наше православное песнопение. Переведено на русский язык у баптистов, уже стоит в песеннике. Вот как надо подметки оторвать. Они думают все, грешный, многогрешный. И проповедуют везде, и все знают, что протестанты проповедуют. Свидетели Иеговы, это чуть ли не нарицательное имя уже, что они во все двери стучатся. А про нас так никто не говорит. Только говорят, если православный что-то дал, значит, смотри, отравленное. Православный просто так не даст, только за деньги. Фу, стыдоба уже какая-то. Одна мамона вокруг. Кто до этого довел? Все гниет-то с головы, со священства. Я хотел еще немножко сказать, вот нас тут много все-таки верующих. Вы не представляете, как приятно, когда столько много людей собираются вместе, смотрят глаза друг к другу, сидят рядом, и все верующие, единомысленные и единодушные, все любят Христа через Слово Божие. Это просто необыкновенный духовный подъем. Вот этих вот разногласий, которые у нас тут какие-то тут, их бы вообще не было, если бы мы только друг напротив друга сидели. Виталий бы Калиников тоже, ну, поостерегся что-то там говорить. Если бы это все было вот так объединено. Но мы далеко друг от друга, поэтому воображение включайте. Мы даже не можем вот включить свои видеорегистраторы, потому что сразу зависает все. Но у нас Господь, я вижу, соединил все-таки. Уже некоторые очень долго ходят на занятия. Чувствуется, что единение есть. Помоги Господи всем. Трудитесь. Господь, может, даст еще общин. Искренних. Игнатий Игнатьевич, я вижу, там к вам уже прибывают. Вас сколько завтра едет-то? Что сколько, не понял. Человек сколько едет? Вы на одной машине или еще будет? Пока на одной. А дальше видно будет. Мне главное сейчас груз увезти. Вот сейчас привели девчонка, у Надежды Васильевны ночует, ее беру. Другие попозже желают приехать, звонят. Узнаем, когда. Вот видишь, допустим... Помоги, груз! Вот я пример хочу привести. Вот на нас, не только на нас, а на все лагеря, которые были. Вообще там неверующие. Одна баптистка организовала лагерь. У себя во дворе палатки поставила. Все разгромили, пишут. Ее там оштрафовали крупно. Оштрафуют. Самое маленькое 1 000 000. А мы опять прошли золотой серединой. Детей везде забирали из лагерей. Я им ни одного ребенка не прикоснулся. Даже ни к одному ребенку не прикоснулись. Ты маленько оцени это. И дальше-то мы... Перешли в другой формат. На завтра собрание в деревне собрали. Все, что в лагере передано им. Потом закрепили образованием музея. А тут прокурор против. Пришлось обращаться к депутатам, и к Путину, и везде. И вот устояло строение, а Бог его знает, как будет. А так, да я давай, и видал вас, вы такие... Ну, ты просто глупый человек. Ты еще не жеванный шестеренками системы. Как Солженицын говорит, если тебя зацепило, ты уже там только распростирайся так, чтобы голову не оторвало. И вот здесь мы прошли. Сразу же начали приобретать дома. Закупили. Теперь люди приезжают. Приехал Михаил Кальмаев, сильно помог. Вот у нас только заходишь, комната одна. Отдельно на 12 человек. 12? Это очень даже... Не просто. Отдельно дом девочкам, отдельно мальчики с мальчиками, с девочками, там, мужчины или женщины. И мы устояли. Остальные лагеря прихлопнули, оштрафовали, и никто больше не прикасается. А мы продолжаем шествовать тем же путем. Тоже порядок везде, так же рано встают, минута в минуту.
также ходят по ягоды, отдыхают, в церковь и все. Ну а где-нибудь еще было такое? Больше нигде не было. На всю Российскую Федерацию, от границы до границы, мы единственные вот так неповрежденные остались. Есть такие регионы, где полностью до одного лагеря закрыты. А у нас они дежурили, полиция, прокуратура. И подали в суд, они подали, и суд был. И суд ничего им не вырешил. Первый случай. Они вернулись с голыми зубами. Ну и 10 дней ждали, будут они еще раз подавать высшую инстанцию. Нет, они попятились. Я зимой все-таки долго искал через брата Севастьяна, он следователь. И нашли эту судью, и встретились, которая шла. Она не знала. Уже одетая, у нее там процесс какой-то, она в форме одета была. Ну, обыкновенная женщина, накрашенная, все как есть. А я перед ней встал и стал ее благодарить. И подарил ей Новый Завет, кажется, и к истинному православию. У меня такое чувство, что все, кто где-то участвовал, найти и подарить. Я проехал, начиная с Хабаровска, где меня держали в больнице, в психиатрии. И в Новокузнецке, где точно так же меня там замуровали. Почти всех нашел и подарил книги, да мало того, по полному комплекту. И здесь вот завод РТИ, тут Хромов Анатолий Петрович, директор, его нашел. Так он не взял, то есть взял книги, я благодарил, так он мне деньги совал, да. А у другого были, он шубу дали, Сигейковую новую, директор зеркальной фабрики. Вот как устроил Господь везде. Пошел в краевую администрацию Ремнева Надежда Степановна, она была первый секретарь Коммунистической партии Центрального района. И она за нас восстала, помогла выиграть процесс. Как я мог ее не пройти мимо? Нашел, подарил, так она уж расположена так. Ну, Сергей Павлович сам меня водил туда везде, видел. А вначале была миссия-то, ну ничего нет, голову свернули и все. Будьте мудры, как змеи. А где мудрость? Главное, голову сохранить. Считай блаженного Феофилакта. А которые начали рыпаться, ну и никого нету, их нигде нету. Все. Ну и пускай не будет лагеря, ну и не надо. Да зачем ты и нужен был? Вот начнут кого-то гнать. А я за свое место не держусь, убирайте. Я считаю, таких немедленно убирать надо. Они ничего великого не сотворят. А я за свое место держусь. Так я бесплатно работаю. 45 лет начальник детского лагеря, ни рубля. Наоборот, все свое туда, всю пенсию, зарплату, все вкладывал. Перед Богом это все. И прошли золотой середины опять. Это на ваших глазах, вот 3 года назад. И ничего не сделали. Ничего, приезжает начальник уголовного розыска. Раз за разом приезжает. Ну как? Лагерь, да закрыто. Съездили, посмотрели, все заросло. Но они же видят, что дети ходят и играют, и там на футболе поле, и костер такой же в пятницу. Но это же не сокрыто. В интернете выставляем. Они понимают, лагерь сменил название. А летет, уходит в горы. Такая книга была, за ней гонялись. И вот мы устояли. Вот у нас сейчас ладно, была, какого Кочеткова или где-то, все на русском языке. Батюшка откажется служить. Нет, отхожу, мне на работу ехать надо. До свидания. Прощайте. Продолжайте без меня. Я уехал. Я не понял, все. С Богом. Да и Сережа на работу надо ему. Ну, потом погасите. Вот я говорю, если сейчас вот включить, все по-русски. Батюшка служить не будет. Мы потеряли батюшку. Ну и пускай. Дураком назвать это слишком мало. И батюшка делает, и везде, и все выходят. Так у вас на русском считается? Вот, на русском. Так ты не забывай еще, 2 проповеди считаются на русском, Златоуст. У старобратцев везде считают Златоуста из книги Златоуст, только на церковно-славянском. У нас на каждом богослужении 2 проповеди. Это еще сколько места занимает? Псалтырное чтение, это 6 псалмы, все по-русски. Ну, надо маленько соображать. Дальше-то что? Дальше шагу нельзя шагнуть. Мы ничего больше не просили. Мы сами себе должны изменить. Нам никто верить не будет. А если разрешили бы, разрешили другому поколению, мы уже не способны. Я не понимаю, вот политического мышления совсем у людей нету. Как это так? А давай, да пусть не так где-то. Ну, на 2 фронта воевать будешь. Гитлер и тот сломился. Нельзя, дальше идти нельзя было.
Нельзя. Я должен доказывать, что нельзя. Ты не чувствуешь, как говорится, железка ржавая вместо сердца. Сколько людей и прочее. Повторяю, на полном, на русском языке архиерей служить не стал бы, и возгласы, и все он не переделает никогда. Вот это митрополитического служения, встречи не было бы. Ты понимаешь, что мы теряем, а приобретать еще не приобретаем. А давай по-русски-то, хулиганство. Безрассудность. На тропу войны вышли. Вот эти юрисдикции ушли, они друг друга признают? Нет, не признают. Вот и все. А было что совсем по-русски? Вот живая церковь, живоцерковники называли, живщики. Что они кончили? Полным соитием с властью. Предательство началось, расстрел священников. И все сгинуло, их нет нигде. Ты маленько смотри историю, которые пытались против течения идти, их смело. Это Бог допустил так. А нас не трогает никто. И мы их смело говорим, да, у нас служение на церковно-славянском, но все библейское по-русски, если оно не поется. Четко выражено. И мы за эту грань никак не должны заходить. Никак. Это слишком много уже понятно. Непонятно, если словарь глянуть, да и не поймешь, стой, молись. Не обязательно тебе все дословно понимать. По-русски-то читаешь, что? Все понимают, что ли? По-русски-то, если держатся сектанты, у всех по-русски Библия. И 21 тысяча, теперь больше даже, тысяча людей выставили, 21 тысяча, две дивизии. В одну шеренгу. У каждого Библии друг друга не признают. Что, родной язык привел их к тому, к единению? Да будет все едино, как Христос молился. Главное, первосвященническая молитва, она от них очень далека. И что там? А мужеложество все вели. Ни перед чем не останавливаются. Да у них же по-русски. Ты слушай внимательно и понимай. Господь покинул людей. А Он с нами, что с нами пребывает, это любому понятно, кто бы здесь ни был. Приезжай ты, даже во двор вот мы занятия ведем, и вдруг директор Красного института, говорю, магазина тут, самый большой магазин был в Барнауле-то, Исаев зашел. А что у вас тут? Я говорю, а что, да как вы разве не видите? А что не видите? Так у вас все светится во дворе. Он зашел с улицы. Во дворе все светится. Вы не слышите, какой запах ладана? А мы сидим, Библию читаем. Ну, мало ли что скажет. Нет, подожди. Не так просто. К нам на занятия приходит не кто-то, а ректор крупнейшего университета. 21 тысяча студентов. Из 18 стран учатся здесь. И он мне говорит, а что за люди у вас такие? Я говорю, да тут отовсюду есть и городская, и районная организация, это администрации, заводы, фабрики. Тут и приходят милиция, и КГБ есть служит. Да я не про это, а что? Ну люди-то сидят, вы на меня гляди ты, вроде, что ж вы не видите-то? Я говорю, а что? Ну лица-то у всех сияют. А у него 21 тысяча студентов, доктор там разных наук, профессоры. И у него ни одного студента такого нету. А у нас на занятиях он зашел, второй человек, я непростых людей называю. Лица светятся, сияют, как лицо Моисея. И он на меня таким удивленными глазами, я вас считал таким, ну, вроде духовным, и вы даже этого не видите. Я говорю, да, Владимир Васильевич, да это для нас, ну, обыкновенная среда, мы молимся здесь. Но ведь они нам арендовали помещение-то. Его отношение какое было? Представь себе, ректор громадного университета. Он идет, и там если профессорский состав, он руки раскинет, встанет, подойдет ко мне, поклонится, обнимет и поцелует. И ко всем обращается. Я преклоняюсь перед этим человеком. Это что-то стоит? Значит, и они уже смотрят внимательно и слушают. И предоставляют слово. А давай я буду так. Ну, что сказать, дурнина, сиди на печке один. Ты пришел на готовое. Ты тут не в этом вопросе ничего не сделал. Вот так и у нас с деревней было. Мы нигде ни разу не перешагнули закон Российской Федерации. Нигде и ни разу. Ну, бывает, где-то там они чем-то недовольные. Вот, что мы обращаемся в органы, там насчет земли ходатайствовали, ну уже мы обязаны, была земля, а вдруг нету земли. Куда она делась? Железная дорога на 2 километра, ее на карте сделали посреди деревни. А теперь дайте нам 150 миллионов.
мы дорогу туда перетащим на бумажке. Но это все временное. Вечность с Господом. И вот так и в лагере. Ни день, ни два. Вот у меня стихотворение. Ни день, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили, враг не достал и стратил всю казну, уверенность пожег в истерике, в бессилии. Вот так. И так нам Господь позволил сохранить общину, сохранить хорошие отношения с властями, прекрасные отношения с патриархийными теперь. Плоды. А раз хорошее, значит, священники слушают внимательно, приобретают книги, считают и распространяют. А это человек, который, да давай все это. Я пишу, кто противится, а мы же не противимся. Кто противится? Мы не противимся, мы обстановке подкорились, потому что дальше идти нельзя. Дальше все заминировано. Рванет и ничего не будет. Это бесчувственность такая, холодность, твердокаменность. А я это чувствую и вижу, чем это все закончится. Ни шагу в сторону. Вот такие, брат, дела. И поэтому я смотрю, которые хорохорятся, это просто тупоголовость. Такая твердокаменная башка. Я говорю, смотри, вот как мы в каком положении все сохранили. И к нам приезжают, когда сектанты впервые приходят, им понятно, считается, тем более Евангелие. И это все у нас на поле битвы вырабатывалось. Какой порядок в церкви, везде правила вывешены, как надо. Чтобы вот так стояли люди, заходили в храм за 7 минут ровно. И ни шороха, ни шума, ни передвижения. Только молча стоять, настроиться на молитву. Где? В каком храме найдете это? Простое дело зайти и молчать, не передвигаться, не кланяться, ничего не делать, ни движения. Что проще-то? Сказали бы, что-то сделайте, прыгайте там, тогда бы трудно было, а то ничего не надо. И этого не сделать им нигде, нигде. А нужно, все понимают, да нужно. Или вот канон читаем Андрея Крицкого, на 3 ступени сделали, кроме покаяния, благодарственные и словословие. Где? Нигде. Это все наше. Вот как. Я до этого говорил все время 2 проповеди. Потом отошел, сказал, считайте Златоуста. Тысячи проповедей сказано были на русском языке. Вот у меня в каждой книге 33 тома, примерно 3000 ссылок на Библию, мест Писания. Даже вообразить нельзя. И это все благодаря тому, что мы заняли золотую середину. Ни вправо, ни влево. Вот об этом молится Сергей. Ни вправо, ни влево. То есть не уклониться ни в фарисейство, ни в сектантство. Это лево. И тут требует чего-то больше. Я же не против. Образуй новую общину. Делай все по-русски. Ну, как и наш устав не нравится, ты его делай по-другому. Женщины будут разговаривать там везде. А у нас нет. Если даже где-то ей замещание сделают. Специально смотрители, которые не просто наблюдающие. Нашего порядка практически вот такой порядок, чтобы нигде нету. Ни у кого. У нас все под контролем. И какое одеяние, и как на службе, как к кресту подходят, как исповедуются, причащаются. Это немаловажно. Как крещение проходит. И какие у нас бывают приезжали священники. И главное, все юрисдикции, главный пункт, не знаться с Московской патриархией. А мы в самых тесных отношениях. Что мы проиграли? Так они-то сколько от нас получают? Нас подзуживают враг, чтобы мы вроде восстали. Давай мы, а которые подзуживают, их мгновенно выдают, их и нету, и спрашивать не с кого. Прошу, меня когда не будет ни шагу в сторону, ни налево, ни направо. У нас все вымерено, дозволено, благословлено.
Игнатий, можно вопрос? Да, конечно. Я его много раз задавал, но еще раз. Одно из завещаний ваших категоричное. Не объединяться с Московской патриархией. Лишь только каноническое общение, как сейчас. Да. Это первое мое завещание. Никогда. По какой причине? В чем суть этого завещания? Я тебе причины не буду показывать. Ты сам посмотри, что они делают со своими. Перебрасывают. Что сделали с отцом Владимиром Головиным? А над нами они власти никакой не имеют. Мы им не принадлежим. Мы для них такие же, как баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы. Вот что нам Бог дал. Нам дал полную свободу. А что это нам дает? То свободу дает. Мы им не обязаны ничем. И он приезжает к нам и считает патриарха святейшего Кирилла и первого святителя русской православной зарубежной церкви, митрополита Илариона, по полному чину. А где еще так молятся в России? Нигде, только у нас. Нигде. Еще раз говорю, мы в супер уникальном положении находимся, но и нигде не рыпаемся. А вот такие зудилы сбоку появляются, они начинают дражнить гусей. А что ты сделал в этом? Да ничего нет, пришел на готовое. И поэтому цени, не дергайся. Как говорят, не ски ногами. Для нас это слишком дорого. Ну вот батюшка едет, Игнат Тихонович, полное общение, едет в монастыри, везде. И везде дают ему слово сказать. Вот Петр Михалев, где в Москве, в Лаврах. Всего этого мы лишились бы сразу. Что нам надо? Выскочить, один раз фукнуть и умереть? Притом мы нигде не погрешили против истины. Нигде. Большего они нам не дают. Поэтому мы не противимся, они противятся. Притом переводы должны быть утверждены синодом. А еще ни один перевод не утвержден. Решение-то было принято на соборе 17-18 года под председательством патриарха Тихона Белавина. По утверждению, по проверке. А такого перевода пока нету. Тут спрашивать не надо. Она самовластие, самость. Ну, самость, что это такое? Человек не отрекся, первые ступеньки не сделал. Отвергни себя. И вот мы с этого начали. Не выродились, как я говорил, ни в секту. И над нами они никакой власти не имеют. А сказали, что вы у них не числитесь за рубежи. Правильно ответили, не числились. Это политическая игра. Вычеркните их, что их там нету. Такого в мировой истории никогда не было. Никогда и нигде. Ни в одном месте за 2000 лет. Люди, которые ничем не согрешили, их бы объявляли как-то. Но они, правда, ни на что не пошли. Просто сказали, нас в списках нет. Ну нет, он вычеркнул и все. Тут и с этой стороны свобода. Они над нами тоже никакой власти не имеют. Потому что канонически им не надо вылазить. Потому что они сказали, никого нет. А раз никого нет, значит, мы это приняли. Хотя духовная связь так и осталась, так и молимся. И они это знают. Вот приезжал в прошлом или позапрошлом году уже Илларион сюда, и местный митрополит Сергий, и батюшка наш там. Они его не стали на счастье рвать или вдвоем отталкивать. Как есть, так и есть. И я думаю, на верхах там у них идет разговор оставить как есть. Мы канонически ни одного правила не прикоснулись, не нарушили, нигде и никак. И рушить то, что так установлено, что дает нам покой, спокойно отдыхать и молиться, да в уме-то или нет. Батюшка едет, ему дают, пишут, что он находится в отпуске, ни под судом, ни под следствием не состоит. Такой справки бы никогда не получил, нигде, а то официально. И вот сейчас Алтайская митрополия, как раз побыли в Потеряевке, и они уже опубликовали, фотографии выставили. И все люди-то смотрят, и мы на это ссылаемся. Отзывы их какие. А другие-то, которые там вякают под боком-то, подвизгивают, да только делов. А караван идет своей дорогой. Нам не надо зарываться. Может, нехорошее слово такое у заключенных есть в ГУЛАГе.
Не верь, не бойся, не проси. Не верь, не бойся, не проси. Это Солженицын пишет, тут ничего такого нету. А другие, которые себя хотят показать, он просто отвечает, лозунг, не залупайся. Вот и все. Никакого ругательства тут нету. Но все понятно. Четко, грамотно. Нам нужно вести себя тихо, чтобы тихую, безмятежную жизнь, без революции. Петр Аркадьевич Столыпин говорил, им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Ваша победа сидеть спокойно. А, именно так. Это мы написали в коридоре, там, сидеть тихо, спокойно. В этом наша сила. И мы сидим спокойно. Мы предлагали им вместе работать, вот, чтобы выехали на своей они машины, Евангелие мы их снабдим. Тут это в епархии разбирали, в епархии. Они соглашаются. Теперь мы заезжаем, ну какой район там, и с разных сторон его обходим, дома, и назначаем на 3 часа собрание местных жителей. Вот так. Ну согласны? Согласны. Согласны, приглашаем их. И каждый из нас выступает перед народом там, ну, по 5 минут. Я выступаю, и они. Но тут у нас у всех одинаково. Теперь вдруг у нас делали по-разному, свое питание, у каждого все свое, а тут так, всех приглашаем в храмы Московского патриархата. Никуда больше. Еще не ладно. Занятие у нас тут последнее, я так понял, в этом сезоне. Занятие последнее сегодня. Вот такое занятие. Молитва еще будет завтра, и на этом кончается. Все. Поэтому, что имеет кто сказать, говорите, потому что время заканчивается. Можно вопрос? Уже закончилось. Игнатий Тихонович, а можно вопрос? Конечно. Ну, у вас понятно с вашей общиной, как бы... вот что делать другим? Других мы тут с разных городов, с разных стран. Но что у вас каждый со своей стороны вот может сделать, как бы? Вот сейчас приезжает сюда на крещение тут, да. Отец Владимир Головин. И он неоднократно тут ролик стоит. Шахматы он беседует с Алексеем Викторовичем. И он говорит, мне главное, как вот такой обстановке общину создать. То есть он понимает, много народа, миллионы людей его слушают, а общины нету. Зачем бы он такой вопрос ставил? Притом неоднократно повторяет, сидит перед микрофоном тут и говорит. Они не знают. А сразу, а вы знаете? Я не только знаю, я делаю. Если бы мы были против патриархии, то в течение 1 года... Ну, я не знаю сколько, но не менее 100 новых общин можно было создать. Но мы этого не делаем. Мы людей направляем в храмы Московской Патриархии. Всех до одного. Конечно, это необычно для всех. Всяко трактует, как почему, так. И, ну, так вот. А как же направляете туда, а сами наказываете там не быть? Ну, мы готовый материал, тебе уже дан ответ. Ну, решай маленько задачу, почему... Хочешь узнать, зайди на наш YouTube. 15 550 роликов. Книги, да тут там все разъяснено. А то, что я тебе даю, а ты... Как-то я выступал в Академгородке Новосибирском. Научный город. И так, там одни почти эти ученые сидят, меднолобые. Я задаю вопрос, я отвечаю. Задаю вопрос, отвечаю. Все там, и политические, и социологические, там по учебе. Я потом сказал, говорю, знаете, вам можно позавидовать. С каким трудом я доставал эти знания? Сколько книг надо было лопатить? Вот у вас уникальная память. Я про это не думаю. Бог это дал. И вот я смотрю, как вы легко получаете. А тогда один профессор Салы говорит... А вы нам не завидуйте. Как легко мы получили, так легко и потеряли. Вот так. Аминь. Вот когда сейчас, ясное дело, статистика говорит, вроде бы 11
миллионов женщин в России никогда не выйдут замуж. Там делятся, которые не выйдут, а другие, которые разведенные, тоже мужей лечат. Но это вместе. И что? Так если у них какой-то мужик будет, как пророк Исаия, семеро ухватятся за одного мужчину. И говорит, своим именем будем называться, свой хлеб будем есть. Только чтобы твоим именем называться, фамилию твою взять. Сними с нас позор. Вот такое отношение. И мы должны это... Вот задали вопрос, что как. Вот ухватитесь. Столпы, главное, это твое рождение свыше. Я вот слышу, когда вот начинают вот здесь, даже здесь у нас, вот русский язык, а почему вы против? Я вижу такая сухость во рту у людей, у этих. Такая там атмосфера нехорошая. То есть бесчувственность. Вот я говорю, сколько людей, отношения, и среди них нам открыта дверь, а им ничего этого не видно, не знают. А давай все равно, а давай все равно. Я могу сказать, если ты такой сильный, смелый, но создай деревню, общину. У меня противники есть, их очень много. И вот они сидят и выпивают. Выпивают, и языки, пар горящий развяжет язык, как Высоцкий поет. Ну, а тут водка развяжет язык. Ну, и вот я не такой. Прорабом 1.5 дня работал, 1.5 дня, и прям сидят за столом. И мой брат сидит среди них, выпивоха тоже. И он говорит, а как же ты говорил, там работал 7 месяцев. И мне пришлось заказывать из города привезти трудовую. И в трудовой написано, после окончания строительную технику, промышленное гражданское строительство. Я был направлен в органы МВД, в строгорежимный лагерь Плишкина, Иркутской области. От меня зависело или нет, куда мне направить? Нет. Просился? Нет. То есть я просто обязан был это сделать. Дальше наступает время призыва в армию. От меня зависит? Нет. И так 7 с лишним месяцев я там работал. Почему 1.5 дня мне приписали? Ну, то есть бессовестно лгут. Быть раньше я не мог там, где работал, и позже не мог быть. Потому что до этого еще не окончил, а тут в армию призвали. Понимаете? И поэтому в их словах нет истины. А где ложь, там дьявол. И они сидят между собой, рассуждают и говорят, ну вот это так-то так, но вот общину создать никому не удастся. Я еще раз говорю, не кто-то, Владимир, отец Владимир Головин, неоднократно говорит, я хочу узнать, посмотреть, как общину создавать. Вот как ее создать? С чего начать? Выходит, он не знает, что у него общины нету. Люди есть, которые слушают, он открытый, батюшка. И он меня считает таким, горячий такой. Вот так вот на меня он, горячий такой. Удивляюсь. У Головина еще один подвопрос. Игнатий Тихонович, прошу прощения, перебиваю. У него еще один подвопрос-то есть. Когда вы уйдете на, ну, представитесь, так скажем, что будет с этой общиной? А что вот будет, он вопрос какой что еще будет задал. С вашей женой? Он умрет, говорит, и дела нет ни до детей, дети есть. Что с вашими детьми будет? В меньшем масштабе никто не знает. А что будет с вашим селением? Что будет со страной? Да ты со своим имуществом не знаешь, что будет, где твои книжки будут? Никто не знает. Бог положил свои власти, я туда не заглядываю, мне это не надо. Богу это не угодно. Когда говорят вот так, я привожу на память, когда побивали Стефана. Кто бы думал, что один из тех, которые ненавидели Стефана, займет его место на высшей ступени. 14 книг из 27 его перу будет принадлежать. Только то, что осталось, то, что не исчезло. Так и здесь. Я говорю, может, еще лучше будет. Я себе не... Игнатий Ильич, мне на память приходит, когда вам 70 лет исполнилось, вы начали перед этим, года два начали говорить уже дней лет наших, 70 лет при Бойской крепости, 80. И несколько лет, года три точно, говорили о том, ну, постоянно завещания оставляли и так далее. И вот с того времени... Как только вы начали говорить о смерти, вот пошли эти вопросы, вот эти вот.
А что будет, да что? И это говорят люди, которые одиночки. Они никогда не жили семьей-то духовной. Они просто не понимают, что такое память о своем любимом добром брате, отце. У них одно только в голове. Вот, вот передо мной человек, которому я завидую. И вот только его не будет, и я буду главным. Больше ничего там нету. Будешь ты главным? Будешь. Среди червяков. Ничего не знаю, я могу сказать. Ничего не знаю. Я постоянно подтверждаю, всегда повторяю, у меня нет никакого гуманитарного или духовного образования. Нету. Даже одного дня. Но я просидел 56 лет у ног Иисуса Христа. А у меня, Игнатий Ильич, вопрос к вам вот в связи с этими вопросами. А кем вы себя чувствуете в общине? Вот в нашей общине у нас приблизительно 70 человек с детьми, еще где-то около 30 человек в деревне. Но это все считаем одна община. Вот кем вы себя чувствуете? Вот как можете объяснить это? Да вот сказать как-то чувствую, я об этом думаю. Я не чувствую и не думаю. Поэтому я так легко живу. Я легко, только задумался сейчас вот. Я наказал насчет голубей-то, как кормить и сохранить. Вот тут у меня забота. А остальное все налажено, все идет ровно. И я любую минуту могу сказать, даже вот лагерь когда был, вот когда мне наркоз ввели и начали меня резать, тяжелая операция на позвоночнике, и когда я уже оказался в реанимации, а до этого вообще ничего не слышал, не знал. И стоит там профессор, теперь он Довженко, и меня там ногу щиплет. И, дескать, чувствуете? Они не знают, перерезали ли, это же нервы. Я говорю, чувствую. А я что видел? А в это время как только меня они накормили этой отравой-то, загнали в меня газ-то, трубка в рот, как вот трубка у этого пылесоса. К слову сказать, тоже добивали, что бороду сбрил, она мешает. Я говорю, я тогда операции не буду, я домой иду. Нет, нет, мы так сделаем. И так и сделали. Я нахожусь в лагере. И вот где играют ребятишки в теннис, там большая такая территория, настольный теннис. Ну и там просушка бывает после дождя. А тут перед ней, как выйдешь наружу, скамейка. И на скамейке сидят ребятишки. А солнечный свет яркий. И какие-то необыкновенно светлые молодые люди, юноши, что-то подходят и дают каждому ребенку. Я стою как бы отстранен и не могу сказать даже, ну, с этой стороны, ближе к столовой. Я все это вижу, но никакой попытки нету подойти, сказать, эти дети мои или что. Я просто их вижу совершенно отстраненные, как будто кино какое идет. Вот что это за... Это не сон. Вот такая была история. Давайте вопрос, если есть. На крещение кое-кто приедет. Я не вижу тут Натальюшку усатую. Я здесь. А тебя что-то не отражаешься. Ты выйдешь, приедешь ты или нет? Я приеду 5 июня. Надо 7 июля. Я 5 июля буду в Барнауле. Да ты в Барнауле будь 5-го. 5 июля, да. А? Июля 5-го я буду на крещение. Ну, у нас крещение 7 июля. Так я буду 5, 6, 7, 8. Ну, молодец. Вот и хорошо. Игнатий Тихонович, хотела вас спросить, а вы по счету у своей матери каким ребенком были? По счету? Из живых я второй. А который умер, между нами еще была прослойка. Еще один ребенок был, Ди. Но он умер в младенчестве. А я думала, вы 7 по счету. Ну, старший-то умер, Самуил-то. Получается, я старший.
Ну, брат, по идее, должен быть 777-й. Брат этот мой старший-то, он в Москве был, из армии не вернулся, там застрял. Он никакого влияния ни на кого не имел никогда. А я-то готовил команду мстителей, сам раз террористом, и их хотел сделать такими. Ой-ой-ой. Зомбировали. Они гимнастикой занимались, и все это прочее. И Господь все повернул по-другому. Не ты будешь, как Павел Савл, говорит, а тебя будут гнать. Тебя будут душить. Ну, если ничего нет, давайте выходить на молитву и все. Молитесь, Игнатий Ильич. Да нет. Вы молитесь. Молится. Пускай Наташа помолится. Милосердный Создатель, любящий Господь, Бог, Иегова, благодарю Тебя за этот день, которого еще не было во Вселенной, за этот интернет, за это общение, за эти занятия, за труды Игнатия Тихоновича, которые Ты положил и открыл ему Духом Твоим Святым. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец и на Дух Святой, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.